А что вы думали, аэроразведка вам это только на дронах летать? Вот один из минусов, конечно. Но это один из минусов целой армии, а не аэроразведки. Приходится копать. Тут если что, не жахнули. Смотрите, друзья, не переусердствуйте с копанием. А то рэпнут штаны, как у меня. А писюн показывать не солидно, как вы все знаете.